так. Это мы, короче, уже покушали мы в Макдональдсе и выезжаем. А подожди, не убирай, посмотрим, сколько тут на курс заедем. Не, а мы тут, мне кажется, мы вчера ехали тут, когда ехали к Макдональдсу, там мы тут спускались, помнишь? Да? Да-да-да. Это Алвей. А вон, смотри, какие там есть помнишь. Там домики вот эти вот местные, небольшие такие. Ну, это, кстати, тут очень хорошие, красивые, большие домики для местных. Смотри, какая красота тут. Какой туннель из деревьев больших. Конечно, тут очень крутая зелень по сравнению с Колорадо. Да. Да, у нас все-таки там и высота, и это самое, и влажность такая, тут зелени очень и много. И не очень зеленые. Не хватает всего. Ну, Колорадо, он, в принципе, довольно-таки сельскохозяйственный штат. Ага. Тут много чего и виновые, и клубнику другие, все делают, да. Оранж. Южные какие-то деревья. Да, да, да. Я же говорю, что да, они как раз это уже немножко не то. Угу. Так что вот так мы покушали, теперь выезжаем в сторону Golden Bridge. Через мост и туда на север, на один из фолсов, и там посмотрим. Ну это еще шикарные дома, мне кажется. Хотя они над дорогой, но они шикарные. У них еще территория какая-то есть. Да. Ну, вот это вот впереди сейчас в тумане все, это наш Golden Gate. А, снизу вы посмотрели на него стиль. Да, но трилайн открыто. Вот здесь мы вчера ходили. Очень здесь шумно, ничего прикольного. А были мы внизу по воде, то здесь под ним. Вчера. Тут велосипедисты, хотя написано, что здесь только пешеходы. Эти дебилы ездят. Вот и его, конечно, думаю, они красавчики, его не видно. А под нами океан, на ним тоже стоит туман, да? Тоже не видно. Да, под нами океана тоже не видно. Он платный, проезд платный, я еще не знаю сколько, я ввел просто свои данные карточки, и потом нам будет показывать. О, вот он красавчик, в тумане. Круто, едем по Golden Gate. Да. Вот, и потом узнаем, сколько будет стоить проезд, там просто вводишь данные карты и все, и потом тебе списывают, когда определяют, что ты по нему поехал. Я типа ввел, что я сегодня езжу по нему, и потом посмотрим, сколько это будет стоить. Проехали Golden Gate и движемся дальше к нашему водопаду. Название? Alamare Falls. Alamare Falls. Дороги довольно-таки крутые. Видно, что здесь тоже горы. Туман, потому что он реально тут ходит. Прям по земле. Бегает. Да, наверное, не знаю, будет видно или нет, конечно. Очень крутая дорога. Обрыв. Обрыв. С одной стороны. И туман. Очень прикольно. В горах. Да, это мы уже поднимаемся где-то в горы над океаном. Очень симпатичненько ходит такой туманчик. Что убегаешь? Что ты убегаешь, скажи? Не убегаю. Так, ну приехали мы на наше point назначение. Вот, сейчас люди к нам тоже подъедут. Вот, ехали долго, конечно, часа 4, но да. Приехали. И вот смотрите, что мы увидели. Раз! И это выглядит как ничего. А вон олененок. Один, второй. И это выглядит как ничего. Где олененки? А вон, да. Вот. Так что мы пойдем сейчас немножко по тропе пройдемся. Да, на самом-то деле вон внизу океан виден. Видишь? Ну, течение. Да, ребята, наверное, ничего не видят. Я тоже, кстати, ничего не вижу, но они видят там океан. Тут сплошной туман. Тут сплошное туманище. Сплошной а, туман, вижу, да. Да. Это, вон наверху есть там маяк, но он закрытый. Мы приехали на этот пойнт, и он закрытый. Так что так вот. Сейчас будем лезть вверх, смотреть. Это видео специально для Аниной мамы. Она сейчас не слышит меня, там шумит, и куда на говно такое лезет. Куда ты лезешь, объясни мне. Уйди оттуда вот. Вот. Вот такая тут красота, конечно. Океан шумит. Бескрайний. Скала такая, взрыв.
одна из самых крайних точек в Калифорнии. Рассказывай, как ты лазила. Ходила по берегам там? По брюху? Нет, не ходила? Хорошо. Вот. Ну, только что видео снимал, получается, с вон той точки. Теперь мы идем на другой point over there. Вон туда, там люди есть. Людишечки. Очень красиво, конечно, здесь. Океан! Океан, как Аня говорит. Океан! Океан! Наш океан! Но в чем прикол, что сегодня 6-е, говно, смотри, осторожно. Говно кто накакал? Собака. Дикая. В том прикол, что сейчас только 6 сентября, а тут уже там такое очень все. Может, это такой вид? Серое. Или не может быть? Да не, оно же было живое, наверное. В общем, как-то очень, очень быстро тут, наверное. Смотри, опа, летит красавчик. Так низко вообще, обалдеть, красноголовый такой. Вот. А шум какой океан, какой океан, а шум. Вот, и это самое, и все уже серое. Как будто поздняя осень. Вот так, у нас еще больше зеленое, мне кажется. Ну да. Чем здесь. Хотя здесь же... Ну, просто осадка здесь мало. Так как же? Здесь лаги больше. Как такой... Да, туман еще шел такой. Вот жара здесь, не знаю, как, почему, как. Но как-то так, очень странно. Ладно, идем на тот дальний поинт. Вот мы пришли на наше место. Такой крутой остров. С птичками. Не знаю, слышно будет или нет, но... Все кричат там по-разному. Плюс волны лопят. Шумит океан. Шумит океан. Дышит океан. Да. Это вот так вот. Там, никого не одного человека. Да, все ушли. Ты и только океан. Еще круто, тут есть Аня, это очень круто, там он еще тоже скалы, и вот такая крутая скамеечка. Сейчас мы будем сидеть отсюда, пить чаек здесь и смотреть океаном на океан. А мы пришли вот с той тропы, вот так вот всего берега. Мы последнее видео где-то вот там снимали, на дальнем, где-то вот там за этой горой. И так по берегу пришли сюда, а вот сейчас будем по второй тропе вот сюда. Ветер работает, опять плохо все слышно. А вот тут такой этот залив, это крайняя точка, а этот еще залив идет сюда вот так. Я потом на карте сброшу, покажу, как она. А когда птицы кричат, конечно, прикольно, морские птицы эти, океан. Что туда? Можно туда, можно сюда. Куда хочешь? Куда хочешь. Туда и можно. Так, мы возвращаемся с этой крайней точки, с этого поинта. Видели китов вдалеке? Вдалеке очень много, там очень целая много, стая. Да. Даже пару раз видели, как выпрыгивали. Да. Одно в основном так фонтан пускает и показывает горб и уходит. А так даже пару раз такие выпрыгивали. Что там прикольно. Там будет очень ветрено, не прикольно записывать, но нам тут очень понравилось. Нам очень понравилось. Мы напитались энергией океана. Да, это здесь, наверное, самая крутая точка пока что мы, что мы видели. Идем еще на одну, и потом домой. Мы нашли океан. Он тихо бежал. Счастливая. Это был пустынный берег. Никого. Вокруг никого. Там где-то вдалеке один человек, с правой стороны тоже еще один, но тоже далеко. И тупо никого. И океанится. И волны, смотри, какие волны. Он Дианя, и он больше ее роста волны. И идем вниз. Да. И сегодня мы шли и ехали, помнишь? Да.
мы нашли место. Какой огромный пляж. Вода очень холодная. Да. И никого. Все может быть прекрасней. Вот колония каких-то мелких птичек. Там сидят греть песочки на солнышке. А мы наслаждаемся океаном, насколько возможно. Попрыгали, поскакали даже полчаса. Пофоткались немножко. Сейчас пройдемся вдоль, все подышим воздухом. Там вот вдалеке такие хорошие гребни есть. Где-то что там такое. Ну, очень красиво, конечно. Я хочу по-быстрому завершить наш второй день, потому что Аня уже спит. Или притворяется, что спит. В общем, сегодня было, конечно, круто. Океан, утесы, скалы, это очень все красиво. Нам понравилось намного больше. Мы приехали после океана, там что увидели, приехали сейчас домой, по дороге заехали, купили пиццу. Завтра подъем 4:30 утра, поедем в 5. Будем мы где-то там заправимся и покушаем опять в Макдональдсе по-быстрому. И дальше до Йосемити, National Park. Это отсюда почти 4 часа езды. Так что сегодня день, конечно, был крутой. Природа очуменная, океан бомба. Нам, конечно, очень понравилось. Так что день прошел отлично. Все, до завтра.